Всем привет, уважаемые, с вами вновь любопытные геймеры. Мы продолжаем играть в Batman Arkham Origins. Да. Если вы помните, в прошлой серии мы остановились на том, что собирались подраться с анархистом в маске почти что Гая Фокса. Бэтмен, ты просто космос. 27. Ну, окей. Осталось только выяснить, как в это здание сюда пробраться. Ну. И не здесь. Где тут? А, наверное, вот сюда. Ну что ж с тобой поделаешь? Надо с тобой что-то делать. Вот мы и сделаем. О! I'm so glad you came. It's an honor, really. So much for us to discuss. What do you want? I'd like to propose an alliance. I think the two of us could accomplish great things together. I don't work with criminals. You need to turn yourself in. Tell you what. I'll turn myself in as soon as you do the same. You don't consider yourself a criminal, do you? Suit, the gadgets, the sense of entitlement. Just another rich kid atoning for his fiscal sins. Such a shame. Ну, этих эскимосов, я думаю, мы разберем без особого труда. На меня напала стая Кенни. Ах ты ж, зараза. Идите нафиг, ребята, я вам поломаю конечности. Что, все равно? Мне не все равно, если меня бьют. Да елки-палки. Ах ты ж зараза, а? Ты еще и коктейлями молотого бросаешься. По мордасам тебе. Ах ты гад. Ты гад. Ты своих, ты, блин, ты что творишь, а? Оборзевшая рожа. А! Вот гад, а? О, нифига себе. Ах ты еще с розочкой, а? Гаденыш. Ай, гад. Ну-ка вот так вот. Я ультра-мега-нагибатор. Да ты зараза, а?
да. Бермудский треугольник. Получил по репе? You're just a kid. So, what does it matter? I wanted to make a difference. I thought you'd feel the same. I do, but not like this. A lot of innocent people almost died tonight because of you. Innocent? They watched as Gotham went to hell and didn't do a thing. They're just afraid. No, they're weak. And so are you. Все. The police are on their way. Малолетний дрищ был благополучно взят. Так, возьмем еще блок данных Энигмы. Что это у нас такое? Это я вроде. А это что такое? Ладно, неважно. С анархией мы разобрались. Можно почитать про него, кстати. Вот он. Неизвестное имя у него. Ничего себе. Называется «Гласом народа». Экстремист готов на все для достижения своих целей. Уверен, что корпорации и правительство — это враги, которые должны быть уничтожены. Растет число его сторонников среди разочаровавшейся молодежи. Анарки искренне желает очистить Готэм от коррупции, но его методы безрассудны и разрушительны. Идеализм в нем сочетается с больным самомнением, из-за чего его практически невозможно переубедить. Можно лишь заключить анарки за решетку, чтобы избавить город от представляемой им угрозы. Следует обращаться с ним предельно осторожно. Псих. Ну, конечно. Че, я не смогу выйти отсюда этим путем, да? На елки-палки. Ну, вообще говоря, да, здание суда тут превратилось вообще в не пойми что. Ладно, выходим отсюда. Ну и что это был бы за мир? Они превратили свою штаб-квартиру в какую-то засранную халупу. И это что, чем-то лучше? Называется еще «Мы не гадим, где живем», да? Давайте попробуем вышку взять. О, смотрите. Может, на этот раз получится. Ох ты, гад. Давай, огребайте, ребят. Окей, 30-ничек. Хороший результат. Ой. Ready. Careful now. That's public property you're destroying. Ну, у Бэтмена никогда с этим проблем не было. Так. Угу. Ну, окей. О-о-о. Это будет весело. Ай, зараза.
А! Да блин. Что ж такое-то с этими управляемыми батарангами? А! Ой, зараза. Ау. Да, ну нет, это возможно. А! Да ёлки-палки. О, тут его можно, оказывается, затормозить. Ну, так-то, конечно, проще. Вот называется, не обращая внимания на подсказки и... Давайте взломаем. Че, я так не играю, что ли? Я так не думаю. This isn't a game, Enigma. Oh, but it is. And one you're more than welcome to stop playing. Now you need to stop interfering with my work. Tackling these towers is one thing, but my handlers, my data, my network relays, those aren't meant for you, so back off! Да-да. Enigma тоже начинает нервничать. И это хорошо. Так, понятно. Ретрансляторы известны. Пойдемте посмотрим, что за преступление, зловещее преступление на крыше. Нам дадут возможность сейчас расследовать что-нибудь. Я видел там значок лупы. Бум! Так, ты не видишь, я разговариваю с этим джентльменом. Какие вы настырные, а? Вас никто разве не учил вежливому ведению переговоров? Идем на рекорд. Ну и называется сказал, обломал все. До свидания. И оп. Ну это был рекорд 46 просто, да, или сколько, побольше даже. О, 56. Офигеть. Так, ладно. Я имею в виду длину комбо. Давай, Бэтмен. Ты сможешь, я в тебя верю. Чего вы так перепугались-то? Отстань. Какие... невежливая. Все. Фу. Надо же.
Я не думал, что ты встанешь. Ну и... According to the police report, the victim died from a single gunshot wound to the chest. But who killed him, and why? Ага. Examining the body should provide a lead. Давайте попробуем разгадать это дельце. Owen Grant, he's an investigative journalist. Did an interview with him last year. Must have been chasing a big story to be out here. Now there's a camera strap around his neck, but where's the rest of it? Так. Ага, след. This trail indicates the victim tried to escape before succumbing to his wounds. Да, это кровавая дорожка. Выстрел, что ли? Spatter analysis indicates the shot came from below. Grant must have dropped the camera when he was hit. Reviewing the reconstruction will help me find it, assuming the shooter didn't get there first. Так. Опачки. Опачки, 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 вот он. Alfred, I'm sending you some data taken from a camera. See if you can ID the subject in the shots. Certainly, sir. Just give me a moment. Here we are. One Chucky Burks. I'm sending you his last known location. Так, ну и правильно. Так, 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 так. Где там подозреваемый-то у нас? Чаки. Чаки, Чаки. Нунчаки. Ох, нифига. Нет, где? Ё-моё. Ничего себе ты забрался. Не слабо так забрался. Оп. Так, ну чё, предотвратить, что ли? Раз уж оно совершается. Ух ты! Нет, дружок. Нет, давайте без оружия, ребят. Не надо никаких карабинов, вот этого всего не надо. Ну что ты какой агрессивный, а? Забудь. Ребят, идите в хиппи. Ну зачем тебе это оружие? Мир, добро. Мир, дружба, жвачка. Давайте, ребят. Новый уровень получил, это, в общем, неплохо. Сначала мы подозреваемого задержим. Не только же крутых злодеев ловить. Ну, будем обычных бандюганов. Ребята, идите нафиг. Не настолько обычных бандюганов. Это урки потенциально. Так, ну-ка. Чукотский юноша.
прыгаю, как горный тигр. Ай-яй-яй-яй. Бум. Ну все, придется тебе говорить. Expose our counterfeiting. I didn't have a choice. You always have a choice. Alfred, let GCPD know that Chucky Burks has been apprehended for the murder of Owen Grant. Send them my current location along with the case file details. At once, sir. Ну и отлично. Закрыли еще одно дело. Можно с чистой совестью отправляться на выполнение очередного квестового задания. Долго ли мне лететь? Да, порядком. Пожалуй. В общем, даже не берусь сказать, что было быстрее. Быстрое перемещение или вот так вот. Через мост. Мост похож немножко на Золотые ворота, наверное. Хотя... Может, и не особо. Ага, во-во-во-во-во-во. А-а-а! Чё-то меня повело куда-то. Мега-ультралетучая мышь. Давайте-ка. Что у нас здесь? О, это что такое? О, это замечательно. А это что такое? А, по сюжету, ну ладно. О, да тут, ух ты ж, ёлки-палки. Так. Ну ладно. Давайте... Тихонечку, полигонечку. Му-му. Герасим тоже так говорил. Что, птичку жалко? Что там у нас еще-то? Трое. Кстати, может сразу же избавимся от ретранслятора. Чтобы уж... Чтобы уж сразу. Так, ну а чё? Может, вот так сделать? Нет, так нельзя.
дурачина ты, простофиля. Ну и последний. Видимо, да. Что, нет? Еще не все. А, во. Давайте-ка этого пошутим немножко. До свидания. Так, интересно. А где же наш старый знакомый обитает? Возможно, он будет прямо здесь? Это было бы как минимум интересно. Но мы-то идем вот сюда. И, собственно, знаете что? Я думаю, что мы, как бы это сказать, дошли. Да, потому что на этом мы остановимся временно, и продолжение уже в следующей серии вы увидите. Ждите новых частей, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Любопытный Геймер. До связи.